глубокий вкус зерен арабики, раскрывших аромат в авторской обжарке, наполненных колумбийской страстью, удовольствием чувствовать подлинное Жардин Колумбия Супремо. За Егором Дружининым. Мне очень тяжело. Доверься сердцу. Землячки, простите. Да ну нет, ну! Я с ними уйду. Егор, я вообще ничего не хочу решать, если честно. Поэтому пусть решает наш третий. А кто там в этот раз, Даня Милохин? Новые танцы на ТНТ. Сегодня мы увидим новые батлы в категориях соло, дуэты, команды и дети. И борьбу за главный приз продолжит только один участник из каждого противостояния. У нас сегодня в гостях телеведущая, певица и уже танцовщица Ольга Бузова. Спасибо большое. Великолепный хореограф и режиссер Егор Дружинин. И постоянный член нашего жюри Мигель. Это новые танцы на ТНТ второй сезон. Мы начинаем. Ну что, красота, давай знакомиться. Давай. Меня зовут Эльза, мне 11 лет, и я из Казани. Я танцую 2,5 года. Всего лишь? Да. А где ты учишься? Я занимаюсь танцами в Кингстепе. Мои друзья. Надо будет их навестить. Как там? Вот это? Правая? Правая? Левая? Правая. Правая. Так, ну расскажите мне про нашу героиню. Эльза ходит каждый день на занятия и танцует по 3 часа подряд. Ну, прям ходит от урока к уроку. И кажется, что как будто бы она, блин, с нами уже очень-очень давно. Кингстеп — это как семья. Поэтому мне нравится. Как так получилось, что ты пошла на танцы? Мне мама спрашивает, может, сходишь на танцы? Я сначала такая, нет, нет. А потом я спрашиваю, а ты мне куклу купишь? Вот с этой куклы все и началось. Эльза очень скромная, молчаливая. Она лучше будет где-то с краю, но неважно, где она, в каком месте стоит, всегда ее заметно, всегда она вдохновляет нас, взрослых. Я пошла в танцы, потому что люди говорили, что я очень была зажатая. И что там ты расслабляешься и уже не такой зажатый. А на сцене ты скромная? Нет, на сцене я раскрываюсь по полной. Ведь тебя покажут на всю Россию, представлять город Казань, Кингстеп — это очень круто. Она достойно представит Кингстеп? Да, мы считаем, что да. Все, просто. Дай пять. Oh,
myself be riding. Ты большая молодец. Смотри, как тетя Оля на тебя смотрит. Я в шоке. А ты уже тетя Оля. Я в шоке, Лисан. Я не верю, правда, своим глазам, что можно за 2 года так научиться танцевать. Потому что я очень долго учусь. И все не так. И все не то. И то не так. Мне очень понравилось, знаете, что, друзья, что были акценты. Я очень люблю, когда артист, а танцовщик — это артист, когда он расставляет акценты. Акценты были яркие. И маленькая девочка, хрупкая, заполонила своим трудом, талантом и танцем всю сцену. Это большой, действительно, успех. Молодец. Егор, что по танцу? Скажи, пожалуйста, а у кого ты занимаешься? Я из Казани. Танцую в кингстепе. Мне кажется, тобой спокойно может гордиться вся Казань. Ты отлично ее представляешь, очень достойно. Ты действительно, Оля, права. Ты энергией своей заполняешь все пространство. Более того, ты включаешь нас всех в свой танец. И мне почему-то кажется, что это не единственный стиль, которым ты владеешь. Да. Там было намешано, мне там кажется, намешано, очень достаточно. Много всего. Не раскрывай секреты. Нет. Мне очень хочется потом посмотреть... Что Эльза нам еще покажет. Ну да. Нам всем хочется. А по номеру что-то, Мигель? Да, по номеру все прекрасно. Отличное сольное выступление. Довольно-таки универсально ты себя показал. Я не верю, что ты 2 года занимаешься, если честно. Серьезно? Вот прямо с самых-самых азов 2 года и до этого нигде никак не танцевала и к движению никакого отношения не имела? Эльза, спасибо тебе большое. Посмотрим, кто у тебя в конкурентах. Спасибо. Я приглашаю следующего участника на эту сцену. Здравствуйте. Как зовут тебя? Маша Гаврилова. Очень приятно. Сколько лет тебе? 12. 12 лет. В детстве мне сказали, что я такая маленькая пластичная девочка, что мне лучше пойти на какой-то контемп. Но я пошла в хип-хоп. Профессионально я занимаюсь с 9 лет, вот, когда я пришла в команду FOT Family. FOT Family. Я очень сильно ее люблю. Вообще, фоты — это как семья. Леша может собрать несколько людей, пойти поставить связку. На тренировках он как бы помогает мне, уделяет мне внимание. Мне это очень ценно, вот, поэтому я его очень сильно люблю. Еще вот эту вот цепочку он мне подарил. Это как талисман на удачу. Какая у тебя фотография на заставке телефона? Леша, Симба. Я сейчас могу показать. Это Лёша. Вот. Я так и знала, что я с ней буду. У нас прям как бы мы сдружились в последнее время. У нас мамы прям очень похожи. Вот. И мы тоже с ней начали общаться.
Я тоже состою в фотах. Мне нравятся больше фоты. Но так, Kingstep тоже очень крутая команда. Мне очень нравится, как они танцуют. Вот, мне кажется, обе команды очень крутые. What's up? Wait a minute. Epidapper. Rum bum 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 bum. Epidapper. Dap, 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 dap. Epidapper. Woo! Epidapper. Bum bum bum. Epidapper. What's up? Whoop, whoop. Wait a minute. Зажигалочка. Фантастика, Маш. Спасибо большое. Наша. Мигель. Такая ты подвижная, такая ты амплитудная. Спасибо. И с настроением все в порядке у тебя в номере. Отлично. Молодец. Спасибо. Оля. Я очень рада, что такой проект существует в нашей стране, потому что это правда, как минимум, просто красиво. Спасибо. Восхищаюсь. Большое. Егор, есть что добавить? Машенька, ты классная. Мига абсолютно прав. В хопе не всегда видна амплитуда. Тут ты не просто широко танцуешь, но ты танцуешь широко и точно. Такая хрустящая очень хореография у тебя получается в твоем исполнении. Взрослым бы такое отношение к делу, и у нас была бы танцующая страна от и до. Но мы надеемся, что она такой станет, потому что если ты в таком возрасте так танцуешь, значит, впереди у тебя все будет только лучше и лучше. Спасибо большое. Ну что, я приглашаю Эльзу. Сейчас будет решение. Ты сделаешь что-то плохое. Ты делаешь это хорошо. Запредельно честно. Бери шприц. Там спит. Мне терять нечего. Максимально современно. Если осторожно. И абсолютно неожиданно. Где деньги? Ты что, меня реально культю пить будешь? Сериал на тему, о которой не принято говорить на телевидении. Ты что творишь? Это же уголовка. «Кабельник» в понедельник в 9 вечера. Вообще самый лучший день в моей жизни. Премьера на ТНТ. Оля, начнем с тебя. Оба выступления были очень достойные, вкусные, профессиональные. Обе огромные молодцы. Обе. Исключительно сужу по своему сердечку и по тому, что я чувствую, находясь в этом кресле. Я хочу свой голос отдать... Мигель, твой ход. А вы поняли? Да, мы поняли. Ты же нажала на кнопку. А ты поняла? А ты поняла? Да. Ну и слава богу. Машка, я увидел небольшой сумбур, конечно, в том, что ты делала изначально, потому что, может быть, тебя что-то сбило. Но дальше ты пошла, включилась и все отработала как машина. Это было хорошо. Эльза. Ты настолько скромный человек, и
Притом так правильно, дозированно выплескиваешь энергию каждый раз в танце, что хочется еще, еще, еще и еще. Но в данном случае меня очень поразила одна вещь, это грув. И грув Маши. Поэтому я даю голос. 1-1. Ну что же, финальное решение за Егором Дружининым. Чем дольше живу на этом свете, тем больше понимаю, что я ничего не понимаю. Ой, я вас понимаю. Я не знаю, кто из вас танцевал лучше. И я не знаю, чье выступление произвело на меня больше эмоциональное впечатление. Мне нравится чувство достоинства Эльзы и ее способность перевоплощаться. Мне нравится Машина амплитуда и драйв бешеный, который у тебя есть. Поэтому я честно вам скажу, что я проголосую за того человека, в ком я угадываю способность продемонстрировать нам еще больше разных интересных стилей. Я поздравляю, во-первых, Эльзу, что она прошла. Вот, ей дальше удачи. Ну, я буду идти дальше и не буду сдаваться. Ну что, как было? Все, как я хотела. Все получилось? Да. Что судьи говорили? Никаких минусов не было. Гордиться мной и рад, что... За меня много кто болел. За то, что тебя Мигель проголосовал. И у нас соло по программе. Я приглашаю первого участника на эту сцену. Привет. Привет. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Сергей Митрофанов, мне 34 года. 34 года? Да. И что же вы будете танцевать там? Ну, у меня будет особенный танец, это лирика. А она будет посвящена одному человеку. Девушке? Бывшей жене. А. На самом деле, я говорю, что вот бывшая, но мы-то по документам еще женаты. У нас уже два раза не получилось развестись. Когда она приняла это решение, она мне его озвучила. Я не могу сказать, что стало отправной точкой. Она как будто бы от меня отдалялась. Я не понимал, с чем это было связано. Может быть, знаете, так странно очень звучит. Не так ее люблю. На самом деле, возможно, она просто не всегда понимала, что моя любовь все-таки к ней не как просто девочке, а как к человеку, с которым я хочу прожить жизнь и реально беспокоюсь, переживаю за ее будущее. Я при любых обстоятельствах, при любых ссорах все равно всегда был с ней и был бы с ней. Конечно, я хотел бы, чтобы она вернулась. Но я практически уверен в том, что этого не будет. Боль, которая изначально была, конечно же, ведь мы с ним пробыли в общей сложности 7 лет. Эта боль показала мне, что я должен стать в итоге для нее надежной защитой. Когда я пошел сюда, мне хотелось всем зрителям и одному человеку показать, что моя сила не только в теле, не только в механике. Моя сила здесь. Мои самые теплые чувства я хочу еще раз отдать ей. Если хочешь уйти,
я не буду держать. Может, только в сети иногда твои фото буду втайне листать. По привычке идти или, может, бежать за тобой по тому же пути, но, клянусь, я не буду мешать. Может быть, невзначай ты оглянешься вдруг, не случайно взгляд твой докажет тебе, что я больше, чем друг. Ни о чем не прошу, да и ты не жалей. Специально забыв парашют, я лечу, приближаясь к земле. Следуй за мной, и мы вместе не упадем. Следуй за мной, под дождем или под огнем. Следуй за мной, в этом мире мы только вдвоем. Следуй за мной, следуй за мной, просто следуй за мной. Просто следуй за мной. Следуй за мной. Оля, хочу спросить, Сергей, скажите, пожалуйста, а как давно вы расстались со своей женой? Решение было принято. Кем? С супругой бывшей. Было принято осенью. И так получилось, что мы с ним пробыли 7 лет, и наш совместный путь начался, ну, по факту, с вашего проекта. Потому что мы с ней присутствовали на афише танцев на ТНТ 3 сезон. Обалдеть! Помимо того, что она моя бывшая супруга, она моя ученица, которой я посвятил все эти годы, вкладывал в нее, вкладывал в ее мысли, как в танцовщицу, как в человека. Ну и, конечно, дарил ей любовь. Ваше сердце до сих пор болит, да, Сергей? Да. Мы вас поддерживаем этими аплодисментами. Мы понимаем, как вам сложно. Спасибо вам большое. Это было очень трогательно. Спасибо. Спасибо. Я не знаю, чем ему помочь. Не смотри на меня. Нет, а вас нет. Это только Оля ему может дать свой номер телефона, не я. Или познакомить с кем-то, возможно, Оля. У тебя там большая база данных. Ты знаешь, Лисан, ведь любовь — это не план. Любовь — это чувство. И от любви, когда действительно она заканчивается... Ну, мне, например, требуется очень много времени, чтобы перестать любить. Сложно вот так оценивать танец, когда ты видишь, как человек разбит еще. Единственная движущая сила в этом мире — это любовь. Сейчас мы подгрузились все немножко, да? Все, мы едем дальше и приглашаем следующего участника на эту сцену. Мария, главное, чтобы вы не были той самой бывшей женой предыдущего танцовщика. Я и есть та самая бывшая жена. Вы серьезно? У меня тут дома что-то есть. Кто-то. Полтергейст — это как-то не по-русски. Я стал замечать, что у меня вещи не на тех местах. Домовой — это как-то по-детски. Оно у меня там в квартире, на холодильнике. Вчера из магнитов член выложил. Паранормальная сущность — это как-то сложно. Видишь это? Что делать-то? Это типа не ты сделал? Я что, на похож? Поэтому по-русски, по-взрослому и понятно. Вот так вот, да? «Барабашка» с 26 сентября в 8 вечера. Премьера на ТНТ. Это просто рэп. Вы в батле.
Какие у тебя по этому поводу эмоции? Очень неоднозначные эмоции, потому что кроме того, что мы были вместе, я еще была его ученицей какое-то время. Как учитель я ему очень благодарна, так как он мне много чего дал важного, и мы долгое время развивались вместе. Каждый раз, когда я на нее смотрю, я с огромным уважением и с огромной гордостью вижу девушку, которая из обычной студентки превратилась в самого профессионального танцовщика. Я просто пытаюсь понять, инициатором развода кто был, если не секрет? Инициатором была я. Ну, может, он пришел, чтобы что-то тебе продемонстрировать? Все может быть, честно говоря, не знаю, чего ожидать. Ожидать можно всего от него. А если предположить, что он пришел из-за тебя, это как-то может повлиять на твое решение? Нет, никак. Я просто люблю выигрывать, наверное. Вот. Поэтому, если он пришел сюда ради меня, и если я выиграю, как-то это получится не очень, не знаю. Ты такая жесткая! Для нее, скорее всего, это будет битва. Здесь. Она любит побеждать. Только мы с ней побеждаем по-разному. А если проиграешь? Если проиграю, ну, будет чуть-чуть обидно. Если проиграю, не буду разводиться. Нет? Не-не-не. Все равно. Да. Ты в интересной ситуации. Я тебе не завидую, сразу скажу. Ну, как-то желаю вам там обоим. Спасибо. Нет от всего средств. Травмы, конечно, идут из детства, но какой ты помятый. Пьешь коктейль от стресс мятный. Я не буду больше злиться, не называй меня львицей. Что-то рвется между нами, мы все обросли ярлыками. Зачем все время мы ищем знаки? Мы умные дураки, накапливая накид несказанных слов любви. Склонная голова, нелегко идти. Знаки, знаки, знаки могут увести. Трещина в груди. Вы, конечно, очень красивая девушка, и теперь понятно страдания Сергея. Вот, и вообще я хочу сказать, Оля, вот мы нормально танцевали до твоего прихода. Вот таких драм не было, серьезно. Ну вот и разруливай теперь, что? Мария, я просто, Лисана, просто знаю, как это сложно. Вы знаете, это действительно великий труд. Это очень сложно танцевать. Особенно на полу. Это тяжело, но самое сложное – сделать так, чтобы мы все думали, что это просто вот элементарно. Понимаете, да, о чем я? Да. Поверь мне, мы всем залом понимаем. Тут все танцовщики. Да. Да. И скажите мне, пожалуйста, Маш, правда, извините, можно вопрос? Потому что скоро нужно мне принимать решение, а раз уж вы нам сообщили про свою личную жизнь. Так, да. Оль, ты помнишь, что это другая передача? Я помню, да. Спасибо, я Егор, помню. Спасибо. Но вы сами нас в это погрузили. Поэтому на вас тоже теперь это ответственность. Вы сами виноваты. Да. Скажите, пожалуйста, вы ушли от Сергея, потому что вы его разлюбили?
Ой, там достаточно долгая история. Ну, наверное, ничего, могу ничего, сказать... у нас очень много времени. Если коротко сказать, то, наверное, да, потому что прошли какие-то чувства, и поэтому... Сейчас вы в отношениях? Сейчас нет. Нет. Любовь проходит через 3 года, ну, не ко мне. Ты живешь ради человека? Как она может просто так улетучиться? Ой. Свободная. Красивая. Шальная. Независимо. Давайте перейдем к решению. Да. Давайте. Да? Давайте пригласим Сергея, пожалуйста, сюда. Ну что, друзья мои, к решению. О, Мигель. Сергей и Мария. Отныне объявляю вас не мужем и женой. Успокойтесь и танцуйте. Я думаю, что мое решение сейчас – это просто подарок кому-то из вас. Но батл, по моему мнению, из вас никто не выиграл. Вы танцуете абсолютно одинаково. Оля, твое решение. Ну, сложно. Вы поставили бы нас в очень неудобное положение. Мы хотим танец... Да, оценивать. А в итоге я понимаю, что для Сергея это триггер до сих пор. Мария тоже, безусловно, переживает. Ей некомфортно, неловко. Это все как-то вот немножко не про танец, а еще про боль. Сердечную. И в спине. И в спине, да. То есть матрас был ортопедический. Да. Решай, пожалуйста. Хочу, чтобы вы знали все, что мужчины тоже умеют страдать и могут страдать. И иногда им очень нужна поддержка. Реально. И я хочу поддержать сегодня не мужчину, а Сергея Митрофанова. Удивительно, Ольга Бузова. Джан творит, а. Егор, мы с тобой. Решай. Ну ладно, шутки шутками. Ребят, все очень просто. Мы с вами на танцевальном проекте. И доказываем что-то, объясняем, выражаем свои чувства исключительно через танец. Меня не впечатлил, к сожалению, ни тот, ни другой номер. Несмотря на то, что вы были искренни, Сереж. А Маша просто красивая. Поэтому я просто голосую за красоту. Наконец-то разрешилась эта история, и Маша проходит следующий тур, а Сережа проходит залечивать свои раны. Я, конечно же, рада, но немного все равно в душе переживаю за то, что Сережа проиграл. Вот, потому что я считаю, что он, конечно, тоже сильно переволновался и думаю, что он мог бы лучше станцевать. В любом случае, мое слово было сказано. Она его услышала. Я услышал ее. Я приглашаю первый дуэт на эту сцену. Привет. Вы кто? Меня зовут Амалия. Меня Анита. Анита и Амалия. А вы были у нас, нет? Мы в прошлом сезоне участвовали с командой, но в этом сезоне пришли за это. FRG Crew. Просто как бы для того, чтобы показать себя как бы в другой вообще стилистике, решили объединиться для проекта в виде дуэта. Живем мы сейчас в компании, с частью команды нашей. Получается, у нас в квартире 6 человек, да? Угу. Да. Трехкомнатная квартира. Как общежитие, по сути. Мы живем с ней в одной комнате. Да, кстати, нам повезло. Мы, правда, живем в одной комнате. Это круто. Дэнс-холл — это вот основной стиль, на котором мы базируемся. Развиваемся в нем, отдаемся ему, развиваем еще другие стили. Некоторые элементы вообще контент бывают, акробатики, даже трюки. Вот да, все, это вот мы любим.
Мы очень хотим донести до зрителей, до их сердец, что танец — это, во-первых, искусство. И мы хотим показать, как мы владеем искусством, как можно его подавать, показывать. Мы хотим, чтобы просто до зрителей тронул наш танец. У Ольги Бузовой вон какие эмоции, девочки. Я в шоке. Артист стоит. Я стоя аплодирую вам, девочки. Стоя просто. У меня все тело в мурашках с первой секунды до сих пор. Это что-то. А я говорил тебе теплее одевайся. Это что-то невероятное. Это как будто бы объемная картинка, знаете, 3D. Это что-то, какой-то космос. Я не знаю, мне не подобрать слов, простите. Это эмоция, это самое. Девочки. Самое лучшее, что я сегодня видела. Вы молодцы. Девчулечки. Спасибо вам большое. Короче, пока по мне, это один из самых сильных дуэтов. Я с этим вас поздравляю. Спасибо. Ура. Огромное. Спасибо вам большое. А что еще, да, сказать? Поэтому спасибо большое. Не добавить, не убавить. Спасибо вам большое. Еще встретимся. Спасибо большое. Ну, рассказывай нет. Ни денег. Билет стоит 28 рублей. Это у меня последний. Ни мужей. Это развод, да. Ни счастья. Мой сын здесь жить не будет. Ни напряжная комедия. Я отец. Это не тот папа. Разобью PlayStation. Сразу не узнал. Привет, папа. Нина. С 3 октября в 8 вечера. Вы так чего, вы заселяетесь? Почему такая огромная разница с фотографиями? Заката дождитесь, а вы знаете, как заиграть? Что спасибо скажете? Премьера на ТНТ. Наконец-то мы приехали. Наконец-то мы можем показать себя на этой сцене. Мы давно этого ждали, и вот. Ну хорошо, давай только начнем с того, как вас зовут. Его зовут Ома. Эмма. Шучу, я, да ладно. Ома, Эмма, так же. Нет, ну правда. Да, правда, Ома, Эмма. Ома, Эмма, вот у нее родинка, а у меня нету, а мне тут. А у меня там нету. Нету. Да. Понятно. Всегда вы были как бы дуэтом, правильно я понимаю? Мы, да, всегда были дуэтом. Да. В каком стиле? Хип-хоп. Мы с хип-хопа начали. Но у вас какой-то особенный хоп или просто классика? Не йоу-йоу хип-хоп, ну, конечно, но да, особенный. Не, йоу-йоу есть хип-хоп. Ну, немножко есть йоу-йоу, но жизненный. Как это жизненный? На проект как решили пойти? Потому что мы хотели, что наш танец это, ну, не просто танец. По нам видно, что мы жизненный дуэт, да, мы близнецы, братья. Мы уже с рождения танцуем. В нас много кто верит. И далеко планируете зайти?
далеко планируем зайти. Как получится, если не получится. Здоровье. То я вообще, самое главное я... здоровье, то все дай, можно. Дай, не, ну, не перебивай. Сейчас. То если далеко... Ну, сейчас. Обрезали, да? Короче, там же обрезают. Да. Надеюсь, все. Это точно войдет, ребят. Я желаю вам удачи. Да, спасибо. Я была очень рада с вами познакомиться. Вы просто супер. Спасибо большое. Вы вообще какая, да, красивая. Мы встаем? Ой, нет, подожди. Еще не все? Все. Теперь все точно. Дема. И снова у нас стоит артист, стоит весь зал. Парни, ну... Ольга вон не может отойти у нас, по-моему, еще. Да. И опять она вся в мурашках была. Да, да. Это восторг. Спасибо. Это абсолютно искренне. Спасибо. Во-первых, представьтесь, подождите. Вы вышли, сразу начали танцевать. Я Эмма. Меня зовут Ома. Вы братья. Вы братья? Братья, близнецы. Ребят, сколько вам лет? 23. А, не могу! 23. Да понятно! А знаете, а я теперь понимаю, вы действительно близнецы, потому что вот это ровно близнячая история. Да-да. Вот именно так все. И самое главное то, что она в танце, в тот момент, когда вы танцуете. Как вам? Ладно. Да вот говори, пытаемся, подожди, спасибо, говори, как нам. Вот, как раз в танце это очень сильно видно. И то, что вы иногда в танце перебиваете друг друга. Настроением. Подожди, не делитесь только сейчас. Подождите секундочку, да. Я хочу понять. Ну, во взгляде, то когда вы как вы подглядываете иногда друг за другом. Это большая ошибка думать, что близнецы одинаковые. Они вообще разные и танцуют по-разному. Факт. Мы бесконечно спорим, поэтому... Вот, оно и видно. Оля хочет добавить что-то, да. А в споре рождается истина. А мне, наоборот, это понравилось. В отличие, Мигель, от себя, что тебе это немножко не понравилось. А я увидела в этом смысл этого конкретного номера. Мне, наоборот, это понравилось. Давайте я скажу, да, что мне понравилось быстро. Ребят, я буквально одна минуточка, и потом вы сами уже за кулисами друг другу все скажете. Мне понравилось, что вы... Да невозможно. Это вообще... Парни, короче, мне понравилось, что вы не остановились вот на этой фишке зеркальности.
И чтобы еще вставили туда много чего хорошего, чтобы вы при этом остались модными, чтобы ваш номер в хорошем смысле не был театральным, а был модненьким. Короче, мне нравится, когда вы киваете вместе, молодцы. Спасибо. Пацаны, а теперь будет решение. Конечно, вы знаете давайте. Условия, да? О, не надо, пожалуйста. Сейчас будет выбор. О, оттянуть и момент. Я приглашаю ваших конкуренток. К решению. Оля, начнем с тебя. Слушайте, вот это вот уровень. Круто, что он не только есть у меня. Действительно, ребят. И я хочу вам сказать спасибо за то, что я сейчас сижу и понимаю, что это уровень, что это новые танцы, что это мой любимый канал, что я это вижу. У меня огромное уважение к вам. Огромное уважение. Потому что я знаю, как это сложно. Надеюсь, вы тоже знаете, как это сложно. Вообще жизнь сложная штука, ребят. Да, давайте поговорим об этом. Доставай. Оль, кнопочку надо нажать. Егор, я надеюсь, ты сделаешь это быстрее. Я? Да. Я очень быстро могу это сделать. Давай. Давай. Опа! Мигель? Проходят следующий тур. Я уже, если честно, вообще испугалась очень сильно. Я сейчас просто... Конечно. Если этот проект дал знак какой-то, что мы проиграли, это означает, что мы для себя, самого себя, не дотягиваем. Короче, нам не хватает такого. А я так не считаю. Типа, все нормально. Не, все мы круто. Считаем, что мы сильные. Да мы, мы знаем себя. Да, ладно, ты говори. И у нас на очереди соло. И я приглашаю первого участника этого батла. Привет. Яна, привет. Ты знаешь девушку, да? Да, знаю. А я знаю? А вообще очень приятно, что тебя так поддерживают. Это Яна приятно. Дон, она проходила в прошлом сезоне с Кретиной и с Полинкой. Вы танцевали дуэтом. Я являюсь топовым представителем Пафра. И когда мне говорят, что я не дотягиваю в этом стиле, естественно, стало на тот момент очень обидно. Ян, ты ученица Полины или нет? Нет? Вот у меня было ощущение того, что почему-то Полинка в данном случае чуть-чуть взяла вверх. Там были среди зрителей и мои ученики, и мои друзья, и так далее, и тому подобное. Поэтому, собственно говоря, меня пробило на слезы. Да не то, что мы не прошли, а не в этом даже дело. Что сказали? Ну, просто в другом. Что сказали? Да? А вот этот момент, когда ты просто вдруг поняла, что я хочу пойти в сезон. Я поняла это сразу, как вышла со сцены. Просто я поняла, что мне лучше и комфортнее сольно. Я смогу больше себя раскрыть в соло, нежели в дуэте. Ну, во-первых, год прошел. Это достаточное время для того, чтобы разобраться в себе, стать уверенней. Я поняла, что любое мнение субъективны. То есть в России на данный момент я не знаю, кто может оценить именно меня в стиле афро по достоинству. Мне очень важно мнение судей, естественно, потому что я показываю шоу в первую очередь, я артист на сцене. А во вторую очередь я представитель культуры и так далее и тому подобное. Я пришла доказать самой себе в первую очередь, что этот стержень до сих пор стойкий.
он реально есть. То есть не я его выдумала после первого сезона, что вот он со мной остался, и при любом исходе он у меня не сломается. Это для меня важно само себе. По-моему, все у тебя получилось. Это было зажигательно, здорово. Спасибо большое. Егор? Слушайте, я прошу прощения. Я что-то все перестал понимать. Я сижу вымороженный, как дурак. Ян, а давайте уточним одну маленькую деталь. Вы сказали, что в прошлые «Новые танцы» вы приходили с партнером в дуэте. Да. Но это была ошибка. Нет, почему это был? Была не ошибка. Это был хороший опыт, после которого я поняла, что мне комфортнее в соло. И я могу просто по танцу сказать, что это было классно. Спасибо. Это было очень... Ну, это было секси. Спасибо. И действительно, вы транслировали необычайную уверенность в себе. Даже, может быть, чуть-чуть больше. Вот и именно за эту вещь я хотел чуть-чуть сказать. Не то чтобы поругать. Я считаю, что ты довольно-таки полноценный танцовщик, а ты выходишь, и в прошлый раз меня то же самое смутило. Мне кажется, такого уровня человека и законодателя определенного стиля можно поспокойнее чуть-чуть, да, выплывать на сцену. А у тебя каждый раз такой хардворкинг получается, что я ты... хочу отдаться полностью. Да, не отдаться, а доказать. Самой себе. Вот. И меня что в тот раз это смутило, потому что я понимал, что от Полинки идет флоу абсолютно спокойным, что в этом намного лучше, конечно, все было. Спасибо. Но чуть-чуть остается этого, поэтому расслабься. Без этого никак, расслабься. Это соревнование. Расслабься. Спасибо. Оля? Категорически не согласна. Нельзя расслабляться вообще. Ни на секунду, это правда. Давай, и то, что скидывай. И вот этот взгляд. С тебя. Все, благодаря тебе. Ну, я надеюсь, потому что я своим примером сейчас тоже показываю, достану. Что нужно всегда работать, всегда доказывать, никогда не расслабляться, никогда не останавливаться. И это как раз, это мне вас нравится. Вот так. Спасибо. Вот. И очень крутое начало и крутой конец. И мне бы хотелось просто, чтобы вы вот так вот остановились, вот этот взгляд, и просто еще хотелось на вас смотреть. Новая песня. Запоминай слова. Ну что, мы провожаем тебя под бурные аплодисменты. Ты если делаешь что-то плохое, то ты делаешь это хорошо. Запредельно честно. Убери шприц. Там спит. Мне терять нечего. Максимально современно. Если осторожно. И абсолютно неожиданно.
неожиданно. Где деньги? Ты что, меня реально кольцо пить будешь? Сериал на тему, о которой не принято говорить на телевидении. Ты что творишь? Это же уголовка. «Кабельник» в понедельник в 9 вечера. Вообще самый лучший день в моей жизни. Премьера на ТНТ. Привет. Это... Рад вас видеть очень. Давай мы тебя представим Оле, если Оля не помнит или не знает, или невнимательно смотрела проекты «Танцы на ТНТ». Леня был в 6-м сезоне проекта «Танцы на ТНТ» в команде... Татьяна Денисова. У Тани Денисовой. Проект, на самом деле, дал мне... просто колоссальный какой-то опыт именно сцены. Это, наверное, была первая сцена, на которой я полюбил себя, свой танец. Цель прихода сюда — это принятие себя как личность. И я крепко стою на ногах сейчас. Спасибо вам огромное. Спасибо. Все началось вообще с Улан-Удэ. В 6 лет я сам пошел на бальные танцы, потому что в округе, где я жил, в микрорайоне, не было ни одного, наверное, танцевального кружка. И, как говорила мама, наверное, она всю жизнь наставляла так, что, ну вот, танцы — это же у тебя хобби. До 11 класса, а дальше все, возьмешься за ум и начнешь учиться. Все-таки так и случилось. Как только я поступил в Москву, где-то, наверное, года 2 я не танцевал. Но вот эта универская жизнь, универская вся движуха меня забирала к себе. Постепенно я так влился в танцевальную индустрию уже в Москве. Есть у меня внутри какое-то такое ощущение, что действительно я никогда не танцевал один. Начинал с бальных — это всегда в паре. Далее в команде — тоже ты с кем-то. Поэтому хочется именно себя испытать, доказать, что я могу один. Ты же уже танцуешь много всего самого разного. Да-да-да, в этот раз я пришел с дэнс-холлом. Я не знаю, как станцует Леня. Мне очень интересно посмотреть, это 100%. Но я, честно, не могу сказать, кто из нас там разорвет эту сцену. Мне нравится, как танцует Яна, да, то есть у нее какая-то безбашенная энергетика, но я пришел на проект с каким-то большим, наверное, пониманием всего того, что я делаю. С большим пониманием того, что я танцую, чем Яна. Я уверена в себе на 100%, на 150%. Мы оба крутые. Ну, выясним, кто круче вот сейчас. Характер твердый, как ирис. Не знаю, почему на тебя завис. Мне не повезло. Мне не повезло. Листья, диод, уже пали листья. Давно снова в твоих мыслях минор. У нас уже не будет, как в кино. Алло, я решили, нет, уже все равно. Лучший аргумент вылетает в окно. Ветер перемен уже не зовет. Танцевала Леня Тодорашко. Не знаю, может быть, мне одной, но мне показалось мало. Мне тоже. Я хочу еще. А почему так мало? А потом будет еще. Еще будет, да? Да, да. А ты уверен в этом? Надеюсь. Красивое дэнс-холльное соло. Очень трудно показать дэнс-холл в шоу. И мне кажется, Леня вообще очень круто с этим справился. Что по танцу, Мигель?
А я еще раз повторю, мне было мало. Мне все казалось, что вот сейчас начнется, и сейчас начнется, и никак не начиналось. Потому что, да, вы там намудрили со степами, со всеми делами, как вы оттуда выходили, все это безумно красиво. Но меня всегда именно в дэнс-холле завораживал грув, и который приобретается, ну, как бы путем каких-то... Ну, он тут был. Да, он был, но все равно он был как-то прикрыт комбинациями, которые постоянно откуда-то куда-то вылезали. То есть это больше какая-то... Я скажу, чего мне было мало. Мне было мало глаз. Очень интересно, завораживающе и очень хорошо исполнено. Но глаз твоих мне не хватило. Мне показалось в какой-то момент, что вначале, что ты вообще закрылся, что ты был не с нами, не со зрителем. Хорошо, что ты Олю потом, наконец, заприметил. И хотя бы финал посвятил ей, это уже было похоже на что-то. А до этого какая-то шторка как будто была, как будто какие-то шоры. Чуть-чуть как артиста тебя не хватило. Но Оля сейчас скажет, что она абсолютно не согласна. Оль, согласна, не согласна? И согласна, и не согласна. Действительно, очень номер резко закончился, но было мало по времени, но много-много хореографии. Очень много. Каждая секунда, да, каждая сотая секунды новое движение, новая рука, новый палец. Это все. Вы понимаете, о чем я говорю? Очень-очень-очень насыщенный номер, очень-очень-очень много-много-много было вас. Но чего мне не хватило, это энергетики. Аттитюд, энергия, также и вафра. Вообще в любом танце важно ощущение. Можно идти медленно и ничего не делать, но энергетика будет переть от взгляда, от мощи, от сил. Вот этого не хватило. Не знаю почему. Лично мне. А так номер шикарный. Супер. Поздравляю вас. Есть одна фишка, очень прикольная в твоем танце. Ты делаешь дэнс-холл лиричным. Вот у вас совсем разные танцы были с Яной. Яна была секси, она демонстрировала свою мощь и излучала эротизм. А ты больше романтику изучала. Это, излучала. Ну, это ж Леня, это посмотри на Леню. Передавал характер Дека. Нельзя терять артистизм. Смотрите на людей. Леня! Ну что, давайте позовем Яну для решения. И что же, переходим к решению. Оля, начнем с тебя. Буду краткой. Мне все понятно. И мне все понравилось. И больше просто понравился другой артист. Вот и все. Ну, то есть я голосую по сердцу и то, что я чувствую. А для танцовщика самое главное – давать зрителю ощущение вот этого кайфа, наслаждения. Людям нужно зрелище, энергия. Я получила этот кайф, глядя на Яну. Мигель, твое решение. Я очень люблю наблюдать за танцовщиками, хореографами в тот момент, когда они остаются одни в зале. И именно в этот момент из них просто вырывается невероятная энергия, они становятся самими собой, вот теми, которых иногда мне не хватает вас на сцене. В данном случае, Лень, за тобой я очень много раз наблюдал в зале, когда ты тусовался один, придумывал хореографию, либо просто импровизировал. И вот эту энергию я хотел увидеть здесь. Как бы ты яркий человек. Кто тебе сказал, что ты скромный, милый и все остальное? И мы знаем всю твою яркость. Яна, в данном случае я... Очень мало знаю тебя. Мы с тобой встретились однажды на сезоне. И вот то, что тогда меня смутило сейчас, мне очень понравилось то, что происходит в тебе эта работа изнутри, и ты все-таки побеждаешь неких своих демонов и заставляешь свое тело, ну, как бы растворяться в музыке. Мое решение сегодня вот такое. Единогласно, в следующий тур проходит Яна. Да! Да! Капец! Я так хотела вернуться туда снова. В той дэнс-холле, что и афро, присуще больше такой радостный движ. Мне кажется, им чуть легче зацепить, нежели... То, что сделал я. Прошла, блин. Да знаю. Не зря одна пришла, да? Муж,
Не зря, ладно, не зря. Да, я совру, наверное, если скажу, что нет, никак не обидно. Естественно, обидно. Хотелось пойти дальше, хотелось показать еще, да, на что я способен, то, что я умею. Поэтому, да, было, конечно, обидно. Сейчас будет батл дуэтов. И я приглашаю первый дуэт на эту сцену. Как вы? Кто вы? Здравствуйте, мы дуэт. Меня зовут Чепкасова Влада. Это меня Маша Максимова. Максимова Маша. Мы танцуем контемпорари из города Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Вы танцуете где-то в одном коллективе или как? Мы познакомились в одном коллективе, начали танцевать. Изначально, причем ни одна из нас не думала, что мы как-то вообще будем ладить. Почему это? Ну так. Я думала, Влада очень злая вообще. Она на меня так смотрела. Не знаю. Ты можешь так смотреть? Мне кажется, нет. Я думала, что Маша не злая, нет. У меня не было такой мысли вообще-то. Но всегда какая-то строгая, в плане очень правильная. И что вряд ли мы как-то сможем взаимодействовать, что мы сможем спокойно общаться. Ну вот вы сказали, даже не думали, что когда-нибудь сможете встать в дуэт. И как так получилось в итоге? Мы изначально поняли, что у нас похожа техника, то, что мы ставим, то, что мы делаем. Нам очень нравится вместе работать, как-то мы находим общий язык и в жизни, и в танцах. И решили вместе попробовать. Проект смотивировал, чтобы вы встали в дуэт? Да, мы именно для проекта решили вот прям полноценно так встать в пару и составить прям номер. Очень хочется. Свеженький, значит. Да. Девочки, вы такие чудесные. Светлее, как будто в студии стало от вас. Я вам желаю удачи пройти. Да. Очень хочется. Опять внутри меня одни ураганы, штормы. Сплошная глубина, и мир постепенно в ней тонет, а я совсем одна. От этого так неспокойно. Опять внутри меня все время за тебя так сильно волнуется море, а ты будь моим. Это очень талантливо, очень трогательно и как-то проникновенно. Оль, ты плачешь? Ну, практически. Это так красиво, так интеллигентно. Спасибо. У всех разные вкусы, да, и мы все разные. Но как только увидела знак бесконечности, у меня сразу, боже, это же для меня вот моя татуировка. И сразу, чтобы даже танцевать начали, я уже, мне это видеоинсталляция меня зацепила. Я даже не поняла... Была ли музыка, какие слова. Я не слушала, я на вас смотрела, на ноги, как погружалась в какое-то невероятное состояние. Очень какое-то особенное. Это реально новые танцы. Танцы очень изменились, они стали действительно крутыми. Егор? Добавлю только то, что вы в отличной форме. Вы действительно классные танцовщицы. Мне очень понравилась ваша задумка и текст. У меня вылетели все умные слова из головы после Олиной речи.
И теперь у меня только Олины слова в голове. Это для нас как бальзам на душу. Спасибо вам большое. Спасибо вам. У меня тут дома что-то есть. Кто-то. Полтергейст – это как-то не по-русски. Я стал замечать, что у меня вещи не на тех местах. Домовой – это как-то по-детски. Оно у меня там в квартире на холодильнике вчера из магнитов член выложил. Паранормальная сущность – это как-то сложно. Видишь это? Что делать-то? Это типа не ты сделал? Я что, на похож. Поэтому по-русски, по-взрослому и понятно. Вот так вот, да? «Барабашка» с 26 сентября в 8 вечера. Премьера на ТНТ. Привет, меня зовут Полина Петропавловская. Я Настя Бытаева. Мы танцуем фримап-стрип. Мы из команды Настя Юрасова и Юрасова Тим. Настя Юрасова – это лидер команды «Агния», которая была в прошлом проекте. Я очень давно хотела быть в дуэте, искала вообще кого. Потом в один момент Настя Юрасова спрашивает всю команду: «А вы идете на проект?» Я говорю: «А что, можно?» И я подхожу к Полине и говорю: «Давай дуэт тонкий и толстый». У нас просто абсолютно разное строение тела и рост, и все. Самое интересное, что вот во фримапе Настюха прям нежнятинка, прям вообще нежнятинка-нежнятинка. А у меня прям больше такой жесткий фримап. Мы абсолютно разные, но при этом характером почти. И мы это подчеркиваем, что мы разные. Мы не строим из себя дуэт-близнецов. Да. В жизни абсолютно точно так же. Я более жесткая, Настя более понежнее. Мягкая. Более, да, женственная. Все как в танцах, абсолютно. Как в жизни, так в танцах. Мы уже выходили на чемпы в этом сезоне. На три чемпа выходили. И все три мы взяли первое место. Мы чувствуем в себе силы, конечно. Несмотря на то, что мы с февраля вместе. Мы прошли много в залах. Мы сколько тренили. Когда уже получил какой-то результат, уже чувствуется, что в принципе ты можешь идти дальше, и в принципе ты можешь и выиграть. И все ты можешь. Да. Господи, что вы творите со мной? Слово твое святое. Девочки, Полина, Настя, что же вы с нами делаете? Вот теперь были мурашки у меня, девочки. Спасибо вам большое. Да, Егор, да. Можно мы поменяем алгоритм? Мы быстро-быстро с Мигеем что-то скажем, а потом Оля скажет. Хорошо. Давай, начинай. Мне знаете, что больше всего в вашем номере понравилось? Мне понравилось, когда Полина в какой-то момент поняла, что все идет классно, и она... По-моему, если я не ошибаюсь, ты одевала в этот момент резинку на Настю. И такой был кайф в том, что ты понимаешь, что все идет ровно, как ты предполагала. Зал твой, все получается. Может быть, какой-то более сложный элемент оказался позади. И вот тут
такая свобода появилась бесконечная. И это, мне кажется, дорогого стоит. Отличный номер. Мы кайфанули, да. Мигель? Да. У меня вообще никаких претензий нету. Это клево станцовано и очень клево разложено музыкально. Красиво. Прям красиво. Настя, спасибо. Выдыхайте уже. Выдыхайте, все выдыхайте. Спасибо. Я наблюдала за Ольгой. Она так ярко реагировала на каждое движение. Да, да. Я зацепили тебя, девчонки? Да, меня девчонки зацепили. Это вот тот номер, который бы я хотела выучить, например. Я люблю такие острые линии, резкие стоп-акценты. Я прям думаю, боже, что же вы творите? Как же это красиво, как же это круто. Остро. Понимаете, да? О чем я спасибо, говорю? Спасибо, Оль. Я восхищаюсь вами, девочки. Молодцы. Вы очень крутые. Ну что, вызываю ваших соперниц. Два потрясающих танца. Два невероятных дуэта. Но пройдет только один. К решению. Егор, начнем с тебя. Вы молодцы. Номера классные. Станцовано классно. А здесь придраться не к чему практически. А здесь... Ну, я вам высказал свое пожелание. Но я хочу, чтобы вы понимали, что самое главное впечатление, которое приводит к решению, оно эмоциональное. Оно не профессиональное, как ни странно. Здесь все классно танцуют. Так должно быть. Решение абсолютно эмоциональное, не профессиональное. Я вас люблю. Мигель. Я очень сильно вдохновился вашим номером. Это действительно была очень хорошая и красивая работа. Вы меня тоже удивили. В данном случае красотой исполнения. И поэтому я выберу из вас единогласно. Полина и Настя проходят следующий тур. Малышки мои, я так за вас переживала. Да. Ну, как-то пока вот такое опустошение, немножко даже сказать нечего. В принципе, по номеру все было четко. Все, в принципе, ты же встала в стойку, да, нормально? Да, встала. Не шатнулась? Ну, не шатнулась. Все, значит, все было сделано. Ну, можно было бы. Можно было все лучше, но можно было лучше, да. Вы потрясающе танцуете. Я очень рада, что вы здесь были. Я очень рада с вами познакомиться. Спасибо. 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 Ну что, Оль, ты готова? Да. Сейчас будут команды. Можешь попросить зал вот по-своему взбодриться? Вот смотивируй их взбодриться. Как ты на концерте просишь? Вот как ты на концерте это так, делаешь? Ребят. Вот так на концерте происходит, собираемся. Все лица. Это DS Family, город Обнинск. Вы уже здесь бывали? Да, в прошлом году мы были здесь. Для нас был первый опыт вообще такого проекта. По моему мнению, но я думаю, что нам надо было дать шанс. Мы не готовились на проект прям так тщательно, как в этом году. И так получилось. Может быть, где-то не дожали. Но эмоционально, я считаю, мы были посильнее. Вроде и даже неудачу пережили вместе. Все равно остались в одной команде. Что он с вами делает?
Наверное, скорее всего, это дает о себе знать маленький город. Но действительно, мы какая-то, ну, скажем, такая небольшая семья. Новый сезон. Есть маленький опыт прошлого сезона. Что поменялось в вас? Мы начали меньше задумываться о каких-то фишках, вот именно для постановки номера на проект. А мы захотелись просто потанцевать. Так, как мы танцуем в зале, как мы танцуем на тренировках, для проекта нам хочется рассказывать. Нам хочется говорить, говорить через музыку, через тело, через какое-то движение. Мы решили, что раз тот год неудачный, надо рвать в этом. Время, как река, бежит, так трудно сосчитать года. Где-то в темноте висит мой детский добрый плащ. Скрип старых качель забыл, нам не вернуть назад его. Бисером в песке блестит последний летний день. Это очень красиво. Спасибо вам большое. Очень красивый номер. Очень красивый номер. Очень красивые исполнители. Спасибо. Очень хорошо танцуете. Спасибо большое. Очень хорошо, что вы разные. Да. И при этом вместе сочетаетесь. И очень хорошо, что вы понимаете, про что вы танцуете. И очень прикольная хореография. Оля, я видела, как ты переживала весь номер. Я поэтому дала тебе шанс отдышаться. Спасибо большое. Формировать мысль. Знаете, что самое крутое лично для меня? Что я увидела действительно команду. Спасибо. Вы понимаете, что это очень важно. Никто не притягивал внимания. Это был единый организм. Это очень круто. Это очень профессионально. Это топ. Это супер. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам большое. Я приглашаю вторую команду этого батла на эту сцену под ваши бурные аплодисменты. Привет! Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Пермь. Очень приятно, что запомнили наш город. А как такое забыть? Ну, рассказывай, нет. Ни денег. Билет стоит 28 рублей. Это у меня последний. Ни мужей. Это развод, да. Ни счастья. Мой сын здесь жить не будет. Ни напряжная комедия. Я отец, это не тот папа. Разобью PlayStation.
Сразу не узнал. Привет, пап. Нина. С 3 октября в 8 вечера. Вы так чего, вы заселяетесь? Почему такая огромная разница с фотографиями? Закаты дождитесь, обои знаете, как заиграть? Что спасибо скажете? Премьера на ТНТ. То событие прошлого года, оно до сих пор является главным событием, ну, как бы моей танцевальной карьеры, и я думаю, что ребят тоже. Мы каждое выступление помним, это каждое выступление это было событие. Вот, в частности, первое, оно было достаточно рисковым для нас, потому что у нас был номер очень своеобразный. А вот мы и посмотрим. Это всего лишь навсего стиль или за этим будет что-то еще? Я отдаю вам слово. Это я бы даже не совсем назвал это стилем, потому что некоторые называют, что это прям вот стиль. И я считаю, что это больше все-таки танцевальный почерк. Свое желание показывать и выбирать ту музыку, под которую мы танцуем. Мы очень долгое время сохраняли такую как бы положительную динамику в отзывах. И до сих пор это чувствуется. Нам не так часто удается побеждать, к сожалению, что в какой-то момент времени возникло ощущение, что сам перформанс важнее победы. Я прекрасно понимаю на сегодняшний день, что тот почерк такой, никто больше не покажет. Почему бы не продолжить это просто транслировать зрителю? Мне почему-то кажется, что людям было бы еще интересно посмотреть. Да, дайте шума, шума, конечно. DS Crew. Ребята, вы это стиль. Ну нет. Это вот для меня, нет, да. Тут больше, чем стиль. У нас много стильных исполнителей. Тут вкус. Тут вкус, а главное органика. Потому что вот мы тут с Мигой спорим. Я говорю, это невозможно, потому что это настолько органично выглядит. Вам подходит. Вы не выглядите ни пошлыми в этом, ни надуманными. Из номера в номер вы делаете все время одно и то же, а мы все время покупаемся.
и нам все время нравится. Это что ж такое? Это за безобразие? Потому что музыкальненько. Нет, очень. И музыкально много выступлений здесь музыкальных. И люди отлично раскладывают, лучше, чем вы. Короче, это не важно. Мы не знаем ваши рецепты, в этом вся прелесть. Мы не понимаем, как это работает. У вас примитивные движения. Они не примитивные. А давайте они спросим у человека, который так, видит впервые. Они это, исполнены Егор. Так, как будто это архисложно. А на самом деле архипросто. Но если кого-то попросить сделать вот сейчас, они никогда не повторят, как вы. Давайте спросим у Ольгу. Она видит впервые Диэскрю. Как тебе они? А, не примитивные у вас движения. Нет. Не согласна абсолютно. Даже вот так голову поднимать нужно так мощно, чтобы это было заметно. Вы делаете объемным маленькое движение. И каждое прикосновение, каждый взгляд, поворот головы, все настолько отработано. Они еще по тексту разложили. Четко. Там еще все совпадало с господином Коллинзом. И еще, что мне понравилось, было ощущение, что вы парите над сценой. Такой вот полет. Космос. Оля. Это же было стильно, правда? Это больше, чем стильно. Да. Это космос. Это что-то невероятное. Ну что, давайте встретим ваших конкурентов. Диэс Фэмили. К решению. Егор, начнем с тебя. Вы, без сомнения, те команды, которые достойны этого танцпола. Каждый выстрел в каждой команде попал в цель. Если говорить о продуманности, то более продуманной хореографии, чем в ваших номерах, я не встречал. Вы сформировали свой стиль, свое собственное как будто бы направление. Я уверен, у вас будет масса подражателей, и они навряд ли смогут на самом деле добиться того же эффекта, которого вы добиваетесь, потому что так как вы танцуете, мне кажется, можете танцевать только вы и никто другой. Я только познакомился с вами, и мне ужасно интересно узнать, что будет с вами дальше. Я уже знаю, даже, наверное, каким будет следующий номер. Я уверен, что он будет на том же стиле, но при этом это никак не отвечает мне на вопрос, что вы покажете в следующий раз. И это то, за что я голосую. Оля. Я понимаю, о чем сказал Егор. Я сижу и задаю себе вопрос. А какой бы номер мне хотелось пересмотреть еще раз? И понимаю, что и тот, и другой я делаю по сердцу и по совести, так же, как я и живу по жизни. Поэтому, наверное, там, где сердечко чуть-чуть больше отреагировало, так я и поступлю прямо сейчас. 1-1. Ничья. Самое страшное – это ожидание. Вот вы вышли на сцену, я вас не помню. И ожиданий не было. И вы показали, насколько вы чисты в танце, насколько вы профессиональны, насколько светлы в том, что вы делаете. Это прям реально потрясает. Потому что, когда вы только-только встали на сцену, я не понимал, какого качества это все будет. Вы появились, я сразу думаю, ой, и что ж теперь делать? И самое страшное для меня было то, что я сейчас увижу то же самое и обломаюсь. А я не обломался, блин. Диэскрю проходит в следующий тур. Мы благодарим Диэс Фэмили за участие. Спасибо. И за тот танец, который они нам подарили. Ребята, спасибо большое. Это был очень достойный батл. Не, все клево. Все клево. Оля Бузова, спасибо. Оля, мои люди всегда со мной. Клево то, что мы как бы соревновались с действительно сильными медийными ребятами. И я считаю, мы очень достойно вышли. А с вами, ребята, мы увидимся на соревнованиях. Ну, рассказывайте о себе, кто вы? Муж. Вчера. В субботу. А сколько вам лет? 26. А мне 36. Вау!
Вау! Типа в танцклассе познакомились? Я пришел в коллектив танцевали, да? Она руководитель. Ага! Вот удачно зашел на танцы! Новые танцы. В субботу в 9 вечера. Премьера на ТНТ.